Друзья, всем привет! Сегодня пятница, 22 декабря. Вчера у нас шел дождь, была температура плюсовая, учитывая, что неделю назад у нас было очень холодно. Морозы достигали 49 градусов, но это ночью и таких не во всем Челябинске по области, но у нас минус 40-43 было. Вот такие перепады. Снег сейчас вот с корочкой после дождя. Ну и, конечно, осел, тает. Не растаял бы весь. Ну, вроде как, на следующей неделе у нас будет 7, минус 7 градусов. Ну и так будет держаться до конца года. А там посмотрим. Когда сильные морозы, тоже не есть хорошо. Ну и когда плюсовая, совершенно плохо. Ну-ка, там ничего не рой. Так, что у тебя тут? Кровушка, а, Иджик, ты сам кровушку оставил. Вот так вот бесится, аж до крови. Кто Дель? Иджин, покажи свои зубки. Ну-ка, ну-ка покажи. Ну, у тебя ничего вроде нет. А что делит в крови? Непонятно. Не лезь ты на нее. Сейчас получишь. Моя, моя, надоел, да, этот Иджин? Что такое? Что, вау-вау? Что, Иджин? Ты такой он здоровый, кабанище. Деля уже устала с тобой бодаться. Чего тебе надо? Отстань от меня. Отстань, говорю. Отстань. Хулиган. Хулиганище просто. Энергию у него отбавляй хоть. Потаскай его, Деля, потаскай. Неугомонный. Вот так вот его. Вот так вот. Молодец. Вот молодец, Дели. Есть чего. Ну что ты валяешься? Убегай от нее. Колобок. Дели как схватит, блин, вообще мертвый. Хватка. Юркая такая. Вот так вот. На лопатки. Не буду я за тебя заступаться, Иджин. Не буду. Чё ты там каркаешь, каркуша? Ну, он летает. Ну, что у нас тут на татами? Забарахтались? Вот они.